Уникальной территории грозит катастрофа. Активисты Общероссийского народного фронта по тревожному сигналу от местных жителей отправились в Сенгилеевский район. Неподалеку от нацпарка Сенгилеевские горы уже не первый год находится большая свалка, которая со временем только разрастается. По оценкам, здесь не менее 20 тысяч кубометров отходов. По мнению представителей ОНФ, во многом это связано с работой организаций, отвечающих за вывоз мусора. В основном строительный мусор, но также присутствуют здесь и остатки пищевых отходов, также и отходы производства. Но в том числе здесь есть и биоотходы, это трупы домашних животных. Контейнеры находятся в ненадлежащем состоянии, они ржавые, дырявые, и люди вынуждены выбрасывать мусор либо рядом с площадками ТКО, либо вот везти сюда. Активисты Общероссийского народного фронта обратились в администрацию за разъяснениями о свалке, которая пагубно влияет на уникальную природную территорию. Как выяснилось, местные власти знают о проблеме, но у них нет возможности быстро решить этот вопрос. Рядом в Тушне тут ликвидировали свалку, вот буквально в сентябре. На вторую свалку сгребли все в кучу, готовим к ликвидации для вывоза на полигон. По поводу данной свалки, у нас в планах на 2024 год убирать ее. Она довольно объемная, поэтому сил и средств необходимо много. Народный фронт обратился к Минприроды и главе Сенгилеевского района с требованием скорейшей ликвидации опасной свалки вблизи национального парка.